Мы приходим в этот мир с закрытыми глазами. И многие всю жизнь так и живут. Мы слепо идем за любым вождем, лишь бы нам дали шанс наполнить свою жизнь смыслом. Для меня это был десант. Полгода назад мы с моим лучшим другом Уиллом стали солдатами. Мы оказались на другом конце света, в Южной Корее. Братья по оружию. Нам часто приходилось туго, но я всегда знал, что могу на него рассчитывать. Веселей, Митчелл. Все не так уж плохо. Ну ничего, сейчас начнется. За этим мы сюда и пришли. Но мой отец был морпехом, так что у меня особого выбора не было. Вот как? Я тоже здесь из-за отца. Хотелось убраться от него подальше. Ну, дальше уже некуда. Так, внимание! Слушайте! У нас приказ проникнуть на Эпсилон. Быстро и грубо, как мы вас учили. Во всем разобрались. Все знают, куда идти. Ура! Все готовы? Ура! Ну, поехали! Митчелл, Айронс, вперед! Работаем. Северные корейцы напали на Сеул. Мы сумели дать им отпор. Это было не задание. Это было посвящение.